Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 4. Урок 24. Найди 1% от чисел. 600. 1% от 600 – это 600, деленное на 100, то есть 6. 1% от 8500 – это значит, что 8500 мы делим на 100. Получаем 85. 1% от 90 тысяч. Это значит 90 тысяч разделить на 100. Получится 900. 900 – это 1%. 1% от 720 тысяч. Это значит, что 720 тысяч мы делим на 100. И получаем 7200. 7200 – это 1%. 1% от 1 миллиона. Это значит, что 1% равен 1 миллион разделить на 100. И мы получим, что 1% от миллиона равен 10 тысячам. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.